Всем привет! Вы на канале Папа, Мама, Мы из простой семьи. И вот наш небольшой обзорчик про нашу рассаду, которую мы уже начали выращивать. Короче, начнем с эксперимента. Здесь мы посадили салат и редиску. Ну и растет маленько вот это. Что у нас кустик тут растет, Зай? Базилик. Базилик, да. Вот у меня оставался базилик. А это кролик поел. А это кролик поел. Это кролик. Кролика показывать не будем. Вот. Это мы посадили траву. Как эта трава называется? Майран. Майран зашел хорошо. Моргает, извиняюсь, это светодиодные лампочки. Так, а это мы посадили чебер. Точнее, должен быть чебер. Но здесь, короче, растет трава, крапива. Потом вот крапива, еще какая-то трава, укроп растет, лебеда растет, но чебер, наверное, я не знаю, ну может вот это, наверное, чебер, да, вот это чебер. Короче, растет все, кроме чебера. Вот. Редиска? Да. Да, редиска не получилась, подсказывает. Ну, что-то, короче, она не растет, ну, она растет, ботва, это, ну, не выдергивай. Да, Пусть вырастет. Когда вырастет, тогда выдернем, посмотрим. Да, не будет ее. Так, это у нас перчик, помидорки для теплицы. Перчик. Это у нас базилик. Это уже рассаженный базилик. Вот он уже растет. Пахнет. А, вкусно пахнет. Это тоже базилик зеленый. Это фиолетовый базилик. Это маленький, а тот уже растет. Да, ну это уже больше, этот маленький, позже посадили. Вот. Далее. Смотрим сюда. Это у нас баклажаны, посажены для теплицы. Несколько кустов. Так, дальше у нас там лук-порей вот там вот всходит. Прополоть надо. Да, прополоть надо трава. Это у нас тут вот картошку мы собирали семена. Попытаемся вырастить суперэлиту. Ну, что-то говорят, что это дохлый номер. Посмотрим, короче. А это у нас лук... Эксибишн. Зашибишн, короче. Вот. И здесь у нас... Перец. Вот. Это у нас перец болгарский. Ну вот. Какие сорта? Там позже будем озвучивать. У нас все подписано. В этом году мы поумней. Все подписали. Наклеечки везде приклеили. Так что будем вести. Вводить вас в курс до дела. Это вот наши лампочки, которые мы в том году делали. Они себя оправдывают нормально. И дополнительно мы воткнули еще дырелку. Ой, она моргает. Конечно, по-хорошему было бы еще пару ламп дневного света поставить, чтобы они гасили мерцание. Ну, это по-хорошему, как говорится. Ну, тут и так уже у нас почти 750 ватт крутит. Счетчик, да, рассада будет золотая. Вот. Ну, пока вроде все растет, кроме редиски. Салат уже кушают. Поедают уже салат. Вот он, этот кролик, который ощипал весь салат, который. Он должен быть уже вот такого размера, а остается вот таким вот. Так, ну, в общем-то, все на сегодня. Это вот наша рассада. Скоро будем сажать помидоры для улицы. Отбирать картошку на семена. Ну и так далее, тому подобное. Если вам нравится наше видео, ставим палец вверх. Подписываемся на наш канал. И ждем нового видео. Всем пока. До новых встреч.